Это мне напоминает, как в Вознесеновском районе. Галка в галком мэр. Спуск вознесеновский, трамвай идет. Чтобы убрали. Знаешь, что сделали? Взяли, подпалили, да, и на этом. Все, молодцы. Управились. Так и здесь тоже самое. Так кто здесь выиграл тендер, ты знаешь? Ну, белым пятнам. Это же территория школы, у нас и там. Ну хорошо, территория школы, я так понимаю, вот там будет. Да. 12 часов приеду на аппаратное совещание, поспрашиваю некоторые герои. Школа вот то? Да, что делать? Это на Лакинской выходит? Да, а с той стороны 91. Ну, а там, да, 91 же будет. Ну, у них большие территории, 91 тоже. Ну, сзади, помнишь? Помню, конечно. Ну, я знаю. Так что вот это за... Там до понедельника мы сейчас пацан сейчас сидел. До понедельника было лучше. Это так называется, выполняется программа чистой дворы. Территория, осваивается. Да я же не говорю сразу, но хоть бы вид какой-то был. Вот где-то, вот смотри, площадь какая. Место. Тут развернутся работы по подрядчику, вторая администрация. Вот сегодня четверг. Вот предупредите частного предпринимателя, чтобы свою территорию убрал, а то лишь у лицензии, а серьезно. И вот это вот, чтобы всю территорию вот здесь вот, которая вот от дома, не знаю, там какой там, 42-й или 44-й дом, и вот полностью всю площадку, чтобы не было убрано. А сейчас еще приеду, поговорю со свитой. А то мы красиво рассказываем. В один двор повезли, какая красота, в другой двор привезли, какая красота. А за дворки? Дворки двор. Так что делайте выводы. То есть люди не зря звонили, правильно? Не зря, мы знали это. Ну так если знали. На данный момент сейчас в первую очередь вместо массовой відпочинки, это скверы. Так с этого же можно сделать место массовой відпочинку. Сама природа, люди насадили или кто-то насадил, правда? Площадка есть, пожалуйста, на здоровье, пускай торгует себе на здоровье. Только же пускай свою территорию приведет в порядок. Я же не против пускать там пиво или что там, то уж такое дело. Что у него разрешено? Забегаловка какая-то.